Здравствуйте! На прошлом видеоуроке мы закончили соединять наш рюкзак к нижней основе. Сейчас я пока не отрезаю еще ниточку, потому что вот этот хвостик нужно будет тоже провязать. Не столбик без накида, а просто соединительные петли. Когда мы это сделаем, мы будем присоединять замочек. Я вам хочу объяснить то, что нужно замочек немножко растягивать, чтобы он у нас как раз прям получается ровненько. Допустим, тянем немножечко, присоединяем. Так, это с этой стороны у нас должно быть, значит, вот так, с этой стороны. Это у нас серединка, немножко тянем, иголочку ставим. Вот так. И тоже будем столбик без накида вязать, соединять. И также к задней части. Сейчас я вам покажу. Тянем вот эту часть и вставляем иголочку. Тянем и вставляем иголочку. И у нас, видите, она до конца. Когда мы ее сделаем, она у нас вот будет так, с этой стороны. И мы тихонечко пришьем с внутренней стороны иголочкой уже замочек. Вот здесь вот, с этой стороны. Так, эту сторону мы будем переворачивать рюкзак весь. И будем вязать столбики без накида вот с этими петельками. Вот она, соединить надо будет, развернуть вот это, соединить, развернуть, и вот по этой части нужно будет соединить, также натягивать замочек и иголочками, и потом крючком провязать столбики без накида. Потом нужно будет нам бретелечки к задней части рюкзака. Тоже так же найдете, как вам нравится, ну, найдете вот эту часть здесь и здесь. И вот так вот я столбики без накида здесь вяжу. Потом по кругу вяжу. И здесь заканчиваю. Потом завязываю и прячу вовнутрь. Чтобы она не только здесь провязанные столбики без накида были, но и здесь. Чтобы была крепко у нас было присоединено. И также к нижней части, к основе рюкзака, нижней части тоже так же провязываем столбики без накида и вот так вот разворачиваем. И здесь столбики без накида в окружность получается. И у нас будет рюкзак готов. Для этого сюда можно вот эту верхнюю часть, вот так, чтобы она у нас скрепилась. Можно магнитики сюда приклеить. Вот так у нас здесь замочек будет. Здесь магнитики можно сделать, либо какие-то клепочки пришить. И пристегивать наш рюкзак. До свидания.